I think we come there for. Я думаю, что мы приехали в Атрау, чтобы выиграть этот матч. Все это время мы готовились к завтрашней игре и готовы забрать эту победу. Да, знаете, качество газона на самом деле очень плохое. Но мы постараемся сыграть в свой футбол, как учит нас тренер. Но завтра сделать это на таком поле будет крайне сложно. Нам необходимо быть одной командой, биться друг за друга. И не важно, сколько мы забьем, самое главное — это победа.